Принимающей стороной традиционного конкурса «Безопасное колесо» стала школа номер 3. Сюда съехались команды юных инспекторов движения из 18 школ города, чтобы показать свои знания в изучении правил дорожного движения. «Безопасное колесо 2017», посвященное 85-летию образования службы пропаганды безопасности дорожного движения, разрешаю открыть. После торжественного открытия команды расходятся по этапам. Знатоки правил дорожного движения соревнуются как в командном, так и в личном зачете. Знания медицины необходимо показать не только в теории, но и на практике. А в спортзале школы развернулась настоящая улица с проезжей частью, перекрестками, дорожными знаками и пешеходными переходами. Здесь соревнуются юные велосипедисты. Многие участники показали превосходное владение двухколесным транспортным средством, и это зачтется при подсчете баллов. Судьи строги в отношении команд, ведь победитель будет представлять город на областном этапе конкурса, а значит, это должна быть самая лучшая команда. И вот результаты конкурса. Первое место заняла команда юных инспекторов движения школы номер 16. На втором месте команда третьей школы, на третьем – школа номер 31.